Итак, следующее упражнение Джессика покажет. Это работает баланс и, опять же, все группы мышц, то есть это в наклоне. Можно ножку, на которую стоит ножка, согнуть, чтобы лучше был баланс. Теперь здесь зажимаем хорошо ягодичную, ножка сильно напряжена. Джессика работает трицепс. То есть, как видите, животик работает напряжен, ягодичные ножки тоже напряжены, то есть работают в статике и в динамике работают трицепс. То есть отличная техника, стараемся, чтобы именно ножка была напряжена. Вы можете потерять баланс, это совершенно нормальное явление, то есть опять восстановили баланс и вернулись в то же положение.